анонс и точность выхода 10 серии турецкого сериала «Красные бутоны». 10 серия сериала выйдет в эфир 11 марта. Ранее в сериале мы увидели Зейнеп, который разговаривает с матерью. Девушка говорит, что они уже перепробовали все, что было им только под силу, но все, что не закончилось их смертью. Она говорит, что только из-за одного факта того, что она будет учиться, Мерьем чуть не убили. Зейнеп не может позволить случиться чему-то такому. Зейнеп очень любит свою мать и совсем не хочет, чтобы она хоть как-то пострадала из-за нее, из-за ее глупого выбора. Ливен говорит Мерьем, что порой ее упрямство начинает сводить его с ума. Но ему нравится это. Он просит ее и дальше оставаться такой же, никак не менять того, какой она есть, и просит ее оставаться с ним. Мерьем рассказывает, что ее дочь была передана в надежные руки. Она теперь с тем человеком, который сможет наставить ее на верный путь. Показывают Зейнеп, которая сидит вместе с Джунейдом. Девушка немного волнуется из-за всего, но он выглядит вполне довольным. Когда к ним в гости приходит Мерьем, Зейнеп говорит матери, что ей нечего бояться. Джунейд хороший человек и не собирается причинять ей вред. Когда Зейнеп остается с Джунейдом наедине, он просит девушку снять платок и открыть свою голову. После того, как она делает это, парень отправляет ее спать. Зейнеп предупреждает, что если она продолжит сбегать и захочет учиться, то это только навредит ее матери. Такие угрозы очень хорошо работают на Зейнеп. Ради матери она пойдет на все. 10 серия сериала выйдет в эфир 11 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.